Всем привет, новое видео на канале. Хотите прикол? Связной до такой степени с ума сошел к 11.11 и распродает сколько-то там тысяч товаров по 11 рублей. В основном все шлак, но можно выцепить годный вариант. Если вы ищете себе аксессуары на ваш телефон, есть и для айфонов, и для самсунгов, и для Huawei, и Honor'ов. В общем, я ссылочку оставлю, но лично я взял порядка 30 вроде позиций, 20-30 позиций в разных точках города. Вот сейчас приехал в один торговый центр, уже один заказ получил, все работает без проблем. То есть если вам надо, всего 3 дня действует, уже пошел второй день, но сегодня постараюсь выложить это все каким-то образом на канал. Я считаю, что по 11 рублей чехольчик, какой бы он ни был, или пленочка, какая бы она ни была, если что, ну или мамкины бизнесмены на Авито продадут за 100 рублей, как бы как-то так. Продолжение разговора. Сайт глючит, то есть в корзине не сразу отображается, надо подождать, может час, может полчаса, после этого заново зайти в корзину. У меня вчера ночью вообще ничего не работало, отображается, что в корзине там, допустим, 19 позиций, но захожу в корзине, пусто. Соответственно, вывод, надо ждать. Дальше, по нужно ли это кому-то? Ну, наверное, да. Я вообще считаю, что они столько и стоят. Конечно, они стоят дороже, просто слив позиций. Мало ли вам нужен чехольчик, пленочка. В описании бегом. Я думаю, 11.11 будет еще интереснее. Ну вот, товарищи, оббегал я непосредственно 4 точки связной, Евросеть, одно и то же. В основном это у нас позиции, это iPhone XXS. На Макс пару чехлов, на семерочку, здесь на Samsung, это оригинальные чехлы, поэтому взял вот это стекла и защитные все штуки. В общем и целом чеки все примерно по 22-33, ну и 99 рублей самая большая позиция. В общем, дерзайте, ссылки все в описании. Большое спасибо, что посмотрели это видео, ставьте лайк, дизлайк, без разницы что, главное, проявляйте активность, пишите Дональд Дак, если досмотрели до этого момента. И давайте совсем скоро увидимся, мне есть что вам рассказать еще. Всего доброго, пока-пока.